пришли сегодня на завтрак в наш отель. Завтрак шикарный. Это помидорчики жареные, нет? Жареные. Олегов любимый холодильник с йогуртом. Вот он. Будешь брать йогурт? А. Теперь за мороженым пошли. Мороженое два вида, правда. Стол такой с печеньками, с вафельками, печеньки, джемы. Колбаса, сыр. А вот холодильник мороженого. Олег берет шоколадное. Половинка шоколадная, половинка ванильная. Но есть клубничная. Тут такие ложечки лежат красивенькие. А что ты одну мороженку себе взял? Так, дальше пойдем. Где-то фруктики у нас. Ты идешь? Так, тут овощное ассорти, колбаски, да. Ветчина, колбаса, сыр, опять какие-то эти штучки, фруктики, масло стоит, груши, апельсины, яблоки, киви. Так, хлеба много вида. И булочки. Булочки. Любимые булочки. Вот это слоеное. Я уж не помню, кого вкусом. Это шоколадные, как кексы. Это кексы. Вот это ни разу не брали рогалики. Сколько тут, ни разу. Эти тоже такие шоколадные. Печеньки. Олег брал, ему понравилось. Трубочки. Вот эти я беру каждый раз. Так, потом там еще готовят омлеты и яичницу. Но там сегодня очередь. Кофе, чай. Соки. Сок Олег выбирает. Так, раз. Фруктовый. Налил. Вон люди в термос наливают кофе. Что, на вынос можно? Потом стол еще тут есть с медом. Показал? Чем мой любимый тест? Фреш, арбузный. Кто любит эти мюсли? Мюсли. Молоко. Ой, ну не пойду, там омлет, яичница и все на свете. Пойдешь? На. Неохота идти. И за наш столик мы идем. О, окошко. Когда приехали, народу вообще никого не было. Сейчас народ прибавляется. Все, Ореша, теперь до ужина. Ужином сниму тебя. Тут еще есть такие холодильники, где дают вино, все включено у кого. И они ставят в холодильники. Выносить нельзя. Пока.